опоздали. Вторжение уже началось. Просканируй каналы экстренной связи. Нужно выяснить, что там происходит. Внимание всем! На зал героев совершено нападение. Повторяю, в центральном округе Алира-Сити замечены вражеские корабли. Галактические рейнджеры попали под обстрел в зале героев. Туда же летит транспорт бларгов. Рейнджеры, готовьтесь встретить боевых роботов. Гражданские лица, покиньте зону боев. Нужно помочь рейнджерам. Активирую оружейные системы. Оружие готово к бою. Теперь атакуй транспорт. Испытать те оружейные системы. Капитан, нам оказывает поддержку неопознанный корабль. Транспорт сбит! Да! Кто бы вы ни были, спасибо! Еще транспорты! Транспорты высаживают роботов по всему городу! Я против. Совершает подвиги. Это наша территория. Не в обиду, капитан, но помощь... Еще один корабль сбит. Кажется, осталось всего 3 корабля. И еще один готов. Всего 2 корабля. Да, да, мы крутые. Его в корабль с достаточно высокой скоростью, он может пробить обшивку. Круто! А как нам это удалось? У тебя есть магнитный усилитель. Я перепишу его программу, чтобы он действовал на броню боевых роботов. Вот так. Теперь можешь поднимать роботов с помощью усилителя. Так, давай попробуем. Усилитель включен! Здесь должны быть боевые роботы. Ты сможешь поднять их и подтянуть к кораблю. Давай! Роботы пошли! Бум! Ух ты! Это было круто! Отлично, Рэтчет! Ха-ха! Один шанс на миллион! Давай еще раз! Этих боевых роботов. Когда-нибудь.
Спокойно, спокойно. Боевые роботы. Двигаем к боевому кораблю. Все системы восстановлены. Отпускай роботов. Корабль сбит. Есть! Кем бы вы ни были, вы молодцы! Все системы в норме. Но нам нужно вернуться в зал героев. Эй, Рэтчет, ты куда пропал? У тебя через пару минут тренировка. Извини, Бракс. У нас возникли кое-какие проблемы с кораблем. В городе еще остались бларги. Видимо, мы их проглядели. Бракс, отправляйся в зал героев. Проверь, не прорвался ли кто из них внутрь. Понял. Один мой друг вам поможет. Он как раз там недалеко. Его зовут Эл. Я хотела вас ему после тренировки представить, но можно и сейчас. Разыщите его, попросите проапгрейдить кланка. Скажите, что это для рейнджеров, он сделает бесплатно. Тот тип с голокарточками? Ага, мы про него знаем. Враг убит! Говорит капитан Парк, напоминаю вам. Десантный корабль. Приближаются враги. Мистер Зуркон сделает всю работу за тебя! Thank you.
Вот класс. Патронов нет. Почти на месте. Думаю, это дом большого Элла. Покончено. Отлично. Обалдеть! Я умер и попал в рай. Ты посмотри, у них есть мой раскаленный бластер, фангоид с тросточкой, космический лось Спира. Тут даже мега-ультра-издание игры «Непреклонность. Падение Бларгов». К ней прилагаются дополнительные материалы, если сделать предзаказ через гаджетрон. Видимо, это насчет вас мне Кора звонила. Вам нужен летный ранец, да? А вы верно, Большой Эл. Рад знакомству. Я Кланг. А это Рэтчет. Ну, кто друг Коре, тот и мне друг. У нас с ней как бы романтические отношения с неопределенными перспективами. Ага. Запрыгивайте на верстак, сейчас я вам все сделаю. Просто переставим микросхему, подключим порт данных и... Опа! Попробуйте! На вид здорово! Вернуться в зал героев очень просто. Двигайся в эту сторону, пока не дойдешь до станции. А там садись на поезд. Еще раз спасибо. Срочные новости из прославленного Алира Сити. Сегодня днем силы Бларгов напали на зал героев. Разурбона на ящике? Капитан Кварк, я просто хотел сказать, вы сегодня все отлично выглядите.
Двое героев продвигались вперед, используя возможности летного рна. Прежде длинные прыжки совершали только настоящие герои, такие как я. Но благодаря летному ранцу Кланка ребята смогли приблизиться к моему уровню величия. Герои оказались на краю пропасти. Смогут ли они миновать ее с помощью новообретенного летного ранца? Тебе конец, Ломбакс! Вот класс. Патронов нет. Просто ошибся, Ломбакс! Мы недалеко от станции. Я пощажу тебя, пришелец! Мистер Туркон живет, чтобы убивать! Пассажиры. Из-за вторжения все поезда могут быть заполнены вооруженными бларгами. Приносим извинения за неудобства. А здесь Рэтчет нашел свой первый золотой бомб. Давайте насладимся моим. Ну, насладились и хватит. А?
Патронов нет. Внимание, путешественники. Гравипоезд отправляется. Следующая остановка – зал кино. Идем, Кланг. Мы должны им помешать. Ломбакс исчез! Мистер Зоркон несет вам смерть! Надеюсь, эта штука не очень дорогая. Мистер Узурков, скучно. Я уверен, рыбоубийцы тоже зачем-то нужны в хозяйстве. Тебе не сравниться с мистером Узурковым. Опасная живность. Мне было.
этой бомбе заряд в 5 килотонн. Если она взорвется рядом с залом героев, будет катастрофа. Значит, надо торопиться. К ним пришла подмога. Кристиан Зулфон несет вам смерч. Идите, а выйдет. Датчики перемещения. Они взорвутся, как только окажутся в зале героев. Ясно. Значит, пора отчаливать. Вот это круто! А что дальше? Десантируемся во вражеский тыл? Проведем суборбитальный бой? Успел, новичок. Далее базовая тренировка. Капитан создал эту полосу препятствий, чтобы мы поддерживали себя в форме. Удачи! Приветствую вас, Надежда! Добро пожаловать на курс физподготовки капитана Кварка! Здесь вы сможете нарастить свою мышечную силу и думательную силу. Вы готовы? Приступаем! Мистеру Зуркону скучно! Ты достиг вершины справедливости. Твои квадрицепсы наверняка горят от праведности и очень болят. Вознестись на башню силы. Тебе нужно прыгать с платформы на платформу, но будь внимателен. Эти платформы перемещаются на одно место, а затем, без всякого предупреждения, уезжают прочь и заслуживают. Ящик! Ты тратишь время мистера Зуркона на ящики? Ты покорил башню силы. Иди к главной платформе. Там тебя ждет твой приз, Рейкер.
полосу препятствий. До чего же ты способный, малый? Встретимся у входа в зал героев. У меня для тебя есть задание. Раз ты теперь один из нас, я решил, пора подогнать тебе новую тачку. О, джампер класса G! Это мне? Строго говоря, это собственность галактических рейнджеров, но если выживешь, то есть если выполнишь это сверхсекретное, но совершенно законное поручение, сможешь делать с ним что хочешь. Что за секретное поручение? Я называю его «Операция падающая звезда». Поздравляю, кадет! Ты выбран для участия в операции «Падающая звезда». Галактическая разведка донесла, что у председателя Дрека есть оружейная лаборатория в туманности G-34. Твоя задача — уничтожить этот сверхсекретный проект и никому, и это очень важно, об этом не рассказывать. Никогда. Это будет наш маленький секрет. Хорошо, но почему нельзя... Вопросы можно будет задать по окончании презентации. Необходимо пробраться в лабораторию, используя лазутчик, собственную смекалку, а также мужество, обычно характерное для более опытных родителей. Проникни туда, уничтожь то, над чем он работает, и уноси ноги! А я буду за тобой отсюда. Удачи! Я бы хотел тебя проводить, но мне срочно нужно на иглоукалывание. Позвони, когда доберешься до туманности G-34. Я рассчитываю на тебя, Рэтчет. Есть, капитан! Мистер Зуркон так и просит апгрейда! У меня у самого такая штука есть, так что могу заверить, работает на ура! Ха-ха, круто! На какую планету нам нужно? Навигатор говорит, что мы должны забрать на Оридии какое-то важное устройство. Стой, это там не Скит Макмаркс впереди. Кто-нибудь на помощь! Ох, как же я рад, что вы пришли. Я тут всю ночь проторчал. Глазам не верю, Скит Макмаркс! Я же все ваши гонки смотрел. В том году на Кубке Кервана вы сделали тройную сверхновую на втором махе. Всегда приятно встретить фаната. Я Кланг, это Рэтчет. Ваш дядя получил инфобота и попросил нас вам помочь. А я боялся, вдруг робот не доберется. Мы с моим агентом всю ночь убегали от этих бларгов. В конце концов, потеряли друг друга в этой кутерьме, и я здорово шмякнулся, выходя из магазина. Чувачки, можете избавиться от этих песчаных акул и расчистить мне путь до корабля? А я вам за это свой скейт отдам. О, настоящий Макмаркс 4000! По рукам! Берегите, песчаные акулы! Ты вообще мастер!
Вот класс. Патронов нет. Песчаные акулы на плато! Это было потрясно! Спасибо за помощь! Держите свой скейт! Ух ты! С автографом! Рэтчету и Кланку – самым отвязным чувакам, с которыми я когда-либо тусовался на враждебной планете! Клёво! Вы сможете сами добраться до корабля? Все будет чики-пуки! Хотя вряд ли я теперь смогу поучаствовать в гонке в Блэквотер-Сити. Жаль, конечно. Эй, вы часом не видели моего агента? Мне как-то стыдно, что я его там бросил. Он с дикой природой не ладит. Надо поискать его агента. Возможно, ему нужна помощь. Заглянем в тот автомат. Мистер Узурконус, а рот больше не влезет! Внимание, будущий покупатель! Магазин спорттоваров «Скида Макмакса» приветствует ваш энтузиазм. Однако вы вторглись в частные владения. Пожалуйста, покиньте стройплощадку. Пришелец! Раз, два, три, четыре, пять, и пришельцев убьёт! Беги и скажи дружкам, мистер Зуркон всех вас убьет. Мистер Зуркон сыграет и узрит к смерти! Ой, подкрепление. Это последний. Впечатляет. Внимание, будущий покупатель. Мы благодарим вас за проявленный интерес. Однако ваш отказ покинуть это место вынудил нас активировать роботов-конструкторов. Всего хорошего. Проникновение в 4-м секторе. Высылаю конструкторов. Кажется, путь свободен.
Внимание, будущий покупатель. Поступление скейтов, гравибайков и гироциклов ожидается лишь следующей осенью. Сейчас вас здесь ожидает лишь смерть. Это Скид МакМаркс! Я скейтер от природы! А знаете, что во мне еще от природы? Узнайте, посетив наш отдел природные добавки! Потом мне спасибо скажете! Я серьезно, чуваки! Вот класс. Патронов нет. Клиента есть сведения, принадлежащие председателю Дреку. Слушай, не трогай тебе жизнь, скажи, где он, и мы тебя не тронем. А? Да я понятия не имею. Вы же знаете, какие они, эти звезды. Делают, что хотят. Давайте мирно разойдемся. Как скажешь. Вот только скормим тебя акулам. Помогите! Эти чё... Товища пытаются меня убить! Убейте Ломбакса! Вон они! Вон! Убери их от меня, слышишь? Я тебя прославлю! Впечатляет! А вы никогда не думали заняться этим профессионально? Молодец, парень. Вроде бы это все. Эй, вы небось те два героя, что спасли моего клиента. Стойте, не говорите. Кречет и Клинк. Рэчет и Кланк. Да-да, чудесно. Скрежет и Планк. Хорошо звучит. Большой маркетинговый потенциал. Слушайте. Мы с моим клиентом во время спешного отступления к кораблю потеряли друг друга из виду. Я бы пошел его искать, но здесь полным-полно песчаных акул. Не выручите меня. Вам нечего бояться, сэр. С песчаными акулами покончено. Чудесно, чудесно! Вы смельчаки! Я могу вас раскрутить. Всегда рады помочь. Мы очень признательны вам за помощь. И куда вы теперь? В больницу, наверное. Надо ногу показать врачам. Госпиталь? Скит, брось. И хуже травмы были. Что же мы тогда будем говорить спонсорам? Мне что-то начинает казаться, что тебе на меня типа наплевать. Ладно. Ну а ты что скажешь, железяка? Рэчет. Вот именно. Хочешь стать знаменитым скейтером? Вот этот инфобот тебе все расскажет. Просто скажи, что ты от Дона Вандерстара. Пришло время ежегодной гонки на скейтах в Blackwater City на планете Рилгар. Вы, юные экстремалы, готовы похвастаться своим владением скейтом? Тогда спешите на Рилгар и примите участие в нашей безумной гонке на куске пластмассы с реактивной тягой. Насколько безумной? Послушайте наших предыдущих чемпионов.
Я никогда не упускаю шанса поучаствовать в этих гонках. Кроме следующего года. В следующем я не смогу. Я не чувствую пальцев ног. Это нормально? Победителей ждут денежные призы и галокарточки. Так что прилетайте на Рилгар и поучаствуйте в самом экстремальном состязании в галактике. Желаю всем выжить. Надо же! Мы спасли знаменитость! Надо бы поглядеть, что там за гонки на скейтах. Рэтчет, исследуй остальную территорию магазина. Мистеру Зуркону скучно. Сенсоры засекли необычную энергетическую сигнатуру рядом с крюками. Полагаю, это какое-то устройство Dread Industries. Ну ладно, давай осмотримся. Мистеру Зуркону не нужны болты. Его валюта — боль. Это Скит МакМаркс! Не простите, что пришла зима! В отделе сноубордов вас ждет новейшее снаряжение для разжигания по снегу! Когда все круто, мороз не страшен! Это Скит! Крутую снарягу может прикупить кто угодно! Но нужно не только иметь деньги, но и уметь круто подвинуть! Кстати, в расписании запишитесь на семинар по крутизне! Научитесь выглядеть общаться и даже пахнуть круто, как я! Готовы поймать волну? Круто! Чуваки, особое предложение! Идите в отдел для просёрника и скажите пароль «Да, чувак!» И вам дадут 30% скидку! «Да, чувак!» Рэтчет и Кланк нашли портативный гидротранспортер. Он разработан доктором Нефариусом и может перемещать воду из одного места в другое. Теперь герои могли одним нажатием кнопки наполнить водой целый бассейн. Гидротранспортер разработали для прочистки туалетов Валькирии, но Рэтчет понял, что на нем можно перемещаться по всей галактической канализации. Надо возвращаться на корабль. Thank you.
И куда мы направимся? Тебе могут понравиться рилгарские гонки на скейтах. Для проникновения понадобится современное оборудование. За ним нужно заехать на Рилгар. Ну что, может, испытаем твой новый скейт?